вы в себе вот нашли, за что вы в себя в профессии сильную уважаете? В зависимости от того, что вы хотите получить в качестве результата презентации. Только в очень крутой клинике может работать 20 очень крутых врачей. Началось все со школы. Моя школа была напротив медицинского института. Я горжусь тем, что имею отношение к медицине. Если вы не делаете ничего-то 10 тысяч часов, вы никогда не станете экспертом в этой отрасли. У вас есть возможность распространить свои знания на очень большую аудиторию. Еще нужно понимать, что когда вы идете в СМИ, вы должны быть готовы к компромиссам. Вы много общаетесь с пациентами, они вас вроде бы любят, и вы все делаете на бегу. Они в большинстве случаев имеют определенный эмоциональный фон. Конечно, главное, что нам дают соцсети, это независимость. Мы про врачей узнали намного больше с тех пор, как они начали вести свои соцсети и как-то продвигаться. Не опускайте руки, не опускайте. Оставьте их поднятыми, если ваше выступление вам понравилось. Вообще все возможно.